Ну. И вот этот дельтаплан. Ух ты, смотри, валится за дельтапланом. БРДМ едет, Жека. Топ. Садись в тачку. Где-то я такое уже видел. Хорош. Сейчас задавит. Опа. Я тоже. Хорош. Да, садись в тачку. Он нас не раздавит. А мы с тачки будем валить. Пересаживайся. Он соло. Да нам похер. Виталий, пойдем на школу. Да, короче. Давай на школу. Хват. На ремас. Не вижу. ВСС. Куда они упали? Они за бассейн упали чуть? У меня. Сейчас брошу просвет. Почему я остальных не вижу? А куда они залетели? Я не знаю. Падали за бассейн. Вот у меня. Вижу. Засветились, видишь? Ну я одного нокнул. Два нока? Да. Стоп. Еще кто-то. Один убегает. Так, ну можем ехать уже. Да, можем уезжать. Сейчас только броню хоть какую-то найду. Я погнал на рожок пока. Ну погнали. Это около парка веселья. Парк аттракционов, так бы сказать. Жека! Сверху вертушка! Лёжа не зашло! Поехали за ней! Типы уже прилетели. Однозначно. Это самолет. Вон они. Внимание, внимание! Птеродактиль, жаба, остановитесь! Птеродактиль, жаба, остановитесь. Да как? Поехали сразу. Я думал, они сюда развернулись лететь. Я потерял их из виду. Да они очень. А, это самолет. Не, они где-то здесь сели. Справа дроп горит. Mark the location. Где же они? Watch out. Watch out. Справа. Да дроп я вижу, дроп я вижу. И камень этот я не вижу. Поехали. Но они же не на дроп поехали. Да я хер его знает, куда они поехали. Эх, блин. Да ладно, что ж за деревья сегодня такие-то агрессивные? Ну, едет БРДМ или что? Да, БРДМ, смотри. Ну. И вот этот дельтаплан. Ух ты, смотри, валится за дельтапланом. Хорош, БРДМ, куда он уехал?
Он просто уехал. Поехали в погоню за, за Беттером. Мне надо его залутать. Не надо. Ай, ай, подожди. Я думал, они сейчас врежутся. Вот это контент. Будешь сейчас с УЗИшки расстреливать Беттер. Справа, да, где-то? Я не знаю, где он. Да ладно. Ты не видишь? Слушай, он ехал как черепаха. Где он пропал? Я не знаю, куда он пропал, честно. Да уж. Вон он. Настоящий пельмень. Где ты здесь только что был? Я его не видел. Вон на дропе. Чувак, мы тебя обыскались уже. Сорян, мы уже здесь. Я почти его нокнул. Зачем ты встал? Ладно, давай валить. Поехали. Садись сзади, будешь стрелять. Поехали, поехали. У тебя патроны есть на УЗИхе? Мало осталось. Надо было, чтобы я сел. У меня много очень. БРДМ против УЗИхи, ребят. Вот еще. Еще бабки едет. Давай баги сначала. Да я не могу, ближе нужно подъехать. Я подъеду. Потому что сейчас у меня патроны кончатся. Хорош. Сейчас задавит. Опа! Я тоже. Хорош. Давай на БРДМ их и задавим. Да ладно. Как он поднялся? Смотри, три нока. Пацаны, я и вас сейчас подниму. За что боролись, на то и напоролись, так сказать. И последний. А последний за деревом. А последний типа, не, я не дамся. Друг его едет. Как ты взорвалась? Да блин, Жека, ты подрез. Так нечестно. Они уже дымели. Ну блин, обидно. Красавчик, красавчик. 100 кило уже сделал. Я манал, теперь ты за руль садись. Так, а при чем руль, не руль? Да блин, у меня патроны как раз закончились на них. Так у меня тоже кончились. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут еще ящик есть. Ну это, конечно, такая каточка, динамика, динамика. Мне понравилось. Я думал, будет намного хуже. Так и мне понравилось. Все виды транспорта редкие встретили. Птеродактиль, жаба. БРДМ, черепаха. Почему птеродактиль, жаба? А я не знаю. А как правильно? Я не знаю. Ну вот. О, дроп. Да? Watch out. Поехали. Хороший паркур. Есть, убивай. Убивай бота. Так, пока никого не вижу. О, еще птеродактиль. Птеродактиль жаба? Да. 8x нужен? Нет. Мне тоже. Компенс. Нет. Ты хочешь на нем улететь? Конечно. Только мы не будем лететь. Мы ж не нубасы. Мы будем ехать.
Как тебе такое, Илон Маск? Ну я Жека, я не Илон Маск. Я понял, а ты можешь стрелять с него? Хорош. Куда летим? А, вон тачка едет. Вижу. Лучший. Где? Хорош. Я надеюсь, ты нокнул его, находясь в птеродактиле жабе. Я буду с пулеметом. Жека, тачка. Поехали, поехали, прыгай. Поехали. Вижу. Вот это... Ой-ой-ой, сейчас взорвется. Экшен начался. Я думал, вообще будет печаль. Вертикалка есть, а если найду... Поехали дальше. Поехали. Понятно? Понятно. Надо на птеродактиль садиться опять. Там тачка стоит. Ну, давай на тачку. А ты типа, говорю, вынес, находясь в этом? Да-да-да, я вынес его. В аэроплане? В дельтаплану. Аэроплан. Садись, можешь загуглить. А зачем ты в него сел? А чё? Он быстрый. Давай, давай, давай же. А ты медленный. Да. Хотя нам его покоцали. Чувствуем. Ух, блин, так я ж прошел между, да ладно. Я еще так обрадовался, думаю. То наши тачки. А, это же наш развал-то. Да. А-а-а! Фух. Жека, слева схвати пол. Где? Слева, слева, ровно слева от нас. Сейчас. Вон там. В ту сторону. Watch out! Ой-ой-ой, меня тут кинуло. Mark the location. Понял. Я сначала подумал, что меня проглючило. Нихера себе пингвин. Да ладно. Хорош. Полетели дальше? Ты как хочешь? Да давай. Ну давай. Ну ты подрез, конечно, редкостный. Уже 19 моих килов, наверное, резанул. Ну не 19 килов, 12 плюс-минус. Ну спасибо. Буду я у тебя на канале, я тоже буду подрезать все твои килы. А у нас бенза мало очень. Нам хватит, поверь. Чтобы взлететь, а там будем... Порхать как бабочка, жаль, что ты лох. От винта. Тачка справа, видишь? Вот сейчас нас взорвут, будет потеха. Банан кого-то нукнул. Я вижу зону, но у нас бензин закончился. Там баг есть. Вон прямо тоже едет. Есть. Да. Ну едь, едь, едь еще. Ладно. А сколько килов у тебя? 17. 17 килов. Ничего себе. Да-да, я лютый. И это еще без ТДМ. О, зона! А, Жека, ты за зоной, все, ты труп. А, и я.
Не, ну это смешно было. Типы на моцике разваливают БРДМ Сузихи. И те убегают в панике, уезжают, не понимают, что им делать. Может здесь, в кемпе? Может. Но баги здесь стоит разрисованные. Значит, кто-то ползает в доме. Вот тачка. Давай быстро. Оп, смотри, тачка стоит. Где? Слева. Ну я кажется, где типы? Сейчас кого-то раздавлю, я тебе отвечаю. По кустам надо просто ездить. Давай по кемпам лучше. Ну давай. Тачку сменим. Да не. Ну едь тогда не на ускорение. Да ладно, я так и знал. Этот камень сразу мне не понравился. Кстати, этот камень довольно-таки часто тут спавнится. Да, и он нападает на тачки, на все уроды. Да, нападает из-под тишка. Там, по-моему, едет тачка, или то стоит баги. Ой, дача стоит. Стоит. Да ладно. Давай направо в кемп, в зоне. Да они уже все в зоне сидят, мышат. Кемп типов осталось. То бишь 5 человек против нас осталось. То бишь склад и один человек. БРДМчик стоит. О, еще один БРДМ. Вот это, да, там типы. Тут типы в доме, типы. Бросай ханнер сразу. Ух! Веселье начинается. Аккуратно, Итали, из грину. Давай. Забегаю к тебе. Хорош. Еще. И последний на землю спрыгну. А куда он валит? Он тупо бежал, валил перед собой. Ты, я брелка твоего испугался, подумал, тип забежал. Охренеть. А тип забегает, вот так идет и стреляет с пулемета вообще. Киборг-убийца. Это точно. Так. Ой. Да ёптель-моптель. Кто-то наваливал. Вижу его. Да. Одного зона кода. Да, вижу. Это последний. Хорош. Ну, такая катка динамичная. Мне понравилась. Я рассчитывал на более киллов, конечно. Но MVP есть MVP, Жека. Так сказать. Я не понял. Нормально. Ребят, вот такой вот получилась катка. Я надеюсь, вы оцените ее лайком, подпиской на канал, если еще не подписаны. А также в колокольчике включайте все уведомления, чтобы не пропускать все самые свежие и новые видосы с Джесси Пинкманом. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.